Энцефалограмма фиксирует электромагнитные волны мозга в разных его состояниях. До сих пор наука выделяла три основных состояния головного мозга – бодрствование, быстрый и медленный сны. Руководитель одной из лабораторий Института психоневрологии имени Бехтерева, профессор Валерий Слезин, доложил, что обнаружено еще одно состояние мозга, которое можно назвать молитвенным бодрствованием. Сняв десятки электроэнцефалограмм мозга человека во время молитвы, мы впервые смогли зарегистрировать удивительные явления, говорит профессор Слезин. В этом состоянии кора мозга как будто отключается, восприятие информации человеком идет, минуя мыслительные процессы и анализ. Во время молитвы разрушаются патологические связи между нейронами. Так можно объяснить процесс восстановления здоровья через молитву. По мнению ученого, молитвенное бодрствование необходимо нам так же, как и остальные состояния. Если оно отсутствует в жизни, то нарушается гармония в организме и появляются болезни. Это состояние делает человека человеком, уверен профессор. Попробуем представить себе действие молитвы. Наш мозг излучает электромагнитные волны, находясь в молитвенном состоянии, то есть обращаясь в небо с любовью, верой и благоговением. Эти волны высокой частоты достигают сфер электромагнитных полей высших цивилизаций. Мы как бы подстраиваемся на их частоту мышления, и они могут принять нашу радиопередачу. Волны, излучаемые мозгом человека и волны высших цивилизаций, усиливают друг друга во много раз. Они создают защитный энергетический щит планеты, который сможет сохранить нас и привести к следующей эпохе – Золотому веку. Ведь если молятся два человека, они усиливают друг друга каждый в 7 раз. Если молятся 3 человека, они усиливают молитву друг друга в 7 в квадрате, 4 человека – в 7 в кубе и так далее. А если будет молиться вся страна, наша энергия сможет не просто оттолкнуть враждебную рептилийную цивилизацию, а взорвать ее и убрать из мира навсегда.